Рязанская земля богата выдающимися людьми, чьи имена хорошо известны жителям России. Среди наших знаменитых земляков были и писатели, ученые, инженеры и военные. Но, пожалуй, самым известным из всех уроженцев нашего края является Сергей Есенин. К 120-летию со дня рождения великого поэта в библиотеке имени Горького открылась выставка «Еще я долго буду петь». В экспозиции представлены прижизненные издания поэта, в том числе первое собрание сочинений Есенина, подготовленное им в последний год жизни. Особенностью этой экспозиции является то, что она подготовлена не только на материалов из фонда библиотеки. Наши партнеры постоянные и надежные друзья, музей-заповедник Сергея Есенина в Константинове и Рязанский городской музей путешественников предоставили уникальные экспонаты для этой выставки. В фонде библиотеки имеются прижизненные и первые издания, вышедшие после гибели поэта, но их очень немного. А посетители нашей выставки могут видеть достаточно большое число таких изданий. Экспозиция будет интересна не только есениноведам, преподавателям, учащимся, студентам, краеведам, но и всем горожанам, кому дорого творчество одного из лучших поэтов XX века.